Круглый стол, состоявшийся в администрации Щелково, был посвящен выработке мер по повышению безопасности пассажирского транспорта. В обсуждении темы приняли участие представители местных органов власти, ГИБДД, прокуратуры, а также компаний-перевозчиков. Руководство отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД «Щелковское» сообщило, что в этом году на дорогах округа произошли два дорожно-транспортные происшествия с маршрутными автобусами «Мерседес-Бенц» – одно в апреле, второе в июне. В результате 5 человек получили телесные повреждения. Оба ДТП были вызваны ненадлежащим соблюдением водителями правил дорожного движения и нарушениями в эксплуатационно-техническом состоянии выпущенных на линию автомашин. За 8 месяцев 2021 года подразделением ГИБДД МВД России Щелковская пресечено 702 нарушения ПДД, совершенных водителями автобусов. В том числе выявлено 2 факта управления автобусом, не прошедшего технический осмотр. 42 факта нарушения правил эксплуатации технического устройства тахограф. 1 факт нарушения перевозки организованной группой детей. На круглом столе было обращено внимание представителей автопредприятий на то, что главной функцией, ради которой разрабатывался прибор тахограф, является сокращение ДТП, сохранение здоровья и жизни участников дорожного движения. Это устройство следит в том числе за соблюдением водителями допустимой длительности работы на линии и наличием необходимого времени отдыха. Также на круглом столе обсуждалось проведение техосмотра пассажирских автобусов и маршруток. Действовавшие по техосмотру моратории, введенные с 1 марта новые правила его проведения, ставят автотранспортные предприятия перед необходимостью выполнить все процедуры по получению диагностических карт в предельно сжатые сроки. Автопредприятиям надо уже сейчас начинать эту работу, отметили участники круглого стола. Также на территории городского округа Щелково отсутствует пункт проведения технического осмотра. Также с администрацией данного городского округа было обговорено, рекомендовано рассмотреть этот вопрос и обеспечить городской округ Щелково для проведения технического осмотра пунктом для проведения автобусов. На круглом столе представителям автоперевозчиков были даны рекомендации установить камеры фото- и видеофиксации во всех эксплуатируемых автобусах, приборы-тахографы, а также еще раз провести квалификационную аттестацию водительского состава. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.